Да, вот, а это что такое? Там. Ягодки? Да. Да. Вы любите ягоды? Дети. Что, не хочешь ягоды? Мама, дочь. Груша. Груша. Не надо рвать, она еще не созрела. Она скоро созреет, и потом будете кушать ее, да? Ну, она еще не созрела, да, Юлечка? И рвать ее пока не надо, да? Пока они еще зеленые, они еще не созрели, правда? Что, Юлечка, ты мне хочешь рассказать? Лук, правильно, да. Лук. Так, ну раз уже ты пошла нам экскурсию делать, расскажи, что у бабушки здесь вот растет? Мама,